兼民啊，是的，朋友，确实，因为当时自然的这个形势，给我世界的发展进步，各自的发展有新的，因为呢，我们上铺不错，我是这个赛道，不是我赛道。представлявшим взаимный интерес. Первый, после очередного назначения на пост министра иностранных дел, с чем я вас еще раз хочу поздравить. В дополнение к посту, который... Еще раз добро пожаловать. Очень рад вас видеть. Сохраняется высокая динамика китайско-российских обеспечения справедливости в мировых делах для обеспечения баланса интересов в тех процессах, которые развиваются по самым разным направлениям.